Ахмедов, Басталада. Серік Ахметов, Казахстан Республикасының премьер-министрі. Және Михаил Мясникович, Беларусь Республикасының премьер-министрі. Қазақстан Республикасы премьер-министрі мен Беларусь Республикасы премьер-министрі кездесулерінің қорытындысы бойынша хаттамаға қол қояды. Серік Ахметов, премьер-министр Республики Казахстан, Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь, подписывают протокол по итогам переговоров премьер-министра Республики Казахстан и премьер-министра Республики. Асек Исекешев, Жаня Дмитрий Катеринич, Беларусь Республикасының өнеркәсіп министрі. Бірлескен Казахстан Беларусьтық индустриалды-технологиялық парк туралы меморандума, политического парка, сельскохозяйственной и коммунальной техники. Булат Жамишев, министр финансов. Жан Амтвеков, министр сельского хозяйства Республики Казахстан. Михаил Амелянович. Куанышбек Исекеев, председатель правления акционерного общества. Меморандум о сотрудничестве между Казахтелеком и Герсис Софтвер.